Голосование под пристальным наблюдением. На избирательных участках Ленинградской области начинается монтаж и настройка систем видеослежения. Камеры заработают 18 сентября с момента открытия избирательных участков. Более 30 часов процесс голосования и вскрытия урн будет непрерывно записываться на цифровые носители. Впервые в Ленинградской области в таком масштабе будет применяться видеонаблюдение на избирательных участках в единый день голосования по выборам Государственную Думу в Законодательное собрание Ленинградской области. На 928 участках будет установлена система видеонаблюдения, видеорегистрации. Это 96% всех участков. При этом видеокамеры установят таким образом, чтобы их работа не могла нарушить тайну голосования. Одна камера будет направлена на места выдачи бюллетеней, вторая – на урны для голосования. Трансляцию через интернет решили не проводить. Запись с камер видеонаблюдения будет храниться в областной избирательной комиссии в течение года.